Выходит первая гроза, грозу разнесли по хую милигвы или РДД, соответственно, подергались в РДД зоне лево-право, забежали в мили зону, то же самое милики, лево-право дернулись, забежали в РДД зону. Дали геру, набили ему ебало и пошли дальше. Мы его и так убивали в хэме, блядь, без нерфа хп, блядь, тут должны убивать закрытыми глазами, нахуй. Сейчас ребафну, блядь, щиты кончаются. Давай, давай, давай. Джек, версия Color, что там не так? Для тех, кто не знает тактику. На месте стоять нельзя, стакается дебаф. Стоите там 3 секунды, двойнюка дали, дернули слева-право, либо нажали пробил, подпрыгнули. Во время боя с боссом будут круги, маленькие и большие. С маленьких выходить, с больших тоже выходить. Но, когда большой упадет лед, он превратится типа в такой, как холмик. И на него нужно забежать. Если вы не забежите, вы замерзнете. Скорее всего, умрете. Поэтому внимательно. Я буду анонсить все. Давайте, раздупляйтесь, выходите с АФК. Женек, тут версикалор. Что там у тебя, Рома? Опять паук въебал тебя в руку, и, блядь, тебя скорая приехала забирать, или что? Био 30 секунд. Это он писал, блядь, 2 минуты назад. Все, все тут. Вызывайте бомжей, все ДКшники. А у нас их аж 2. Слава, пуляй, мы начинаем хуярить вот этих мобов. Босс подходит, кливаем через босса. Все, поехали по боссу, играем, милики. РДДшники, разбивайте мобов своих. Дебаф не лутайте, выходим из кругов, блядь, не спим. Костер там кто-нибудь стакайте, кто шарит. Что, по кругу водить? Да, по кругу, только по маленькому кругу водить. Стакайте костер. Я не вижу на нем дебафа вообще, блядь. Команды вроде геры не было, Валера. Разнеси точку. Разносите, разносите. Рога. Дамажьте босса. Стакайте костер. Я не вижу на нем дебафов. Есть вообще, блядь, нет? Есть 18, 20 так. Давайте, надо, чтобы было 25. Там урон увеличится просто сумасшедший, как, блядь. Стали рядом с большим. Рядом с большим. Вышли с него, стали рядом с большим. Бьем босса, продолжаем. Зашли. Зашли на большой. Дамажим босса. Всех, кто замерзли, разбиваем быстро. Всех разбить резко. Закливайте. Вот вводи босса так, чтобы мы могли кливать. Хорошо. Разбивайте, разбивайте, разбивайте. Води, 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 Слава. Подводи к следующим, которые замерзшие стоят. Гроза сейчас будет, разнести грозу резко. БР, Лока, Буксол. Повернул. Я не вижу грозы, блядь. Грозовая туча, Аверна, разноси. Дамажим, дамажим, дамажим. Мы успеваем. Минута времени, у него 30%. Гроза, Егор, разноси. Все, хуярим на все бабки, блядь. Стали рядом с большим. Уебало, зашли. На мне туча, подергаюсь тут. Ебашим, ебашим, 19%. Кливаем это все. Слава, води так босса, чтобы мы могли кливать пацанов. Давай, давай, на 45 секунд три ляма. Мы успеваем с запасом сумасшедшим просто, блядь. Все красиво. Сейчас гимн на хп сдавайте. Не расслабляйтесь. Сокру дайте гимн на хп. Разбиваем, разбиваем, разбиваем. Все, по боссу играем до талого. 30 секунд, миллион. Успеваем с запасом сумасшедшим. Красавчики просто, блядь. Так, грудак кожаный, рыцарь, паладин. Ну, короче, на меня нихуя, понял. Зря я на вара нахуй, блядь, начал играть им вообще, блядь. Совы сейчас будет. Или эти. Редру. Так, начинаем. Грудак. Моста арпа. И 2 токена. Так, это грит. Так, рога тога. Это же такой же, блядь, грудак. Не? Ну на, я, мне не жалко. Так. 5 часов, да, редру такое не надо.
Так, рога тога, держи. Дальше, токены. Волшебник, сколько кусков? 0. Лоя, сколько кусков? 2. Нечаянно, сколько кусков? 0. Пук дракона. У тебя приора мало. Буксол, Мося тоже пока, а этот... Давай тогда дай волшебник, он по приору первый. Пусть собирает себе. То же самое. Войд, сколько кусков? 0. Понял. Венесса, сколько кусков? 1. Версик, сколько кусков? 2. Лок, пока приоритета мало. Приз, пока приоритета мало. У Венесса 1, будет 2. Венесса, тогда тебе отдаю. Так, следующий сундучок. Что там, блядь? Есть что-то интересное, блядь? Санина полная выпала. Так, еще один грудак такой же кожаный, блядь. Так, потом отдам на распыл. Перчатка. Бисовая, не знаю на кого, поэтому, блядь, на кого-то, на сову? Наверное. Да, наверное, тоже нормально. Че-то, блин, ну, грубо, у меня будет 3 соки тоже. На сову, по идее, можно, но... Сова, да. Неплохая, если 4 куска другие есть. Офсет хороший. Совет. Сове отдаю тогда, он по приору тут первый, пускай пацан одягается. Ну, вроде нормальный парень. Держи. Так, дальше токен. Паладин, жрец, чернокнижник. Ты кондесса, кому там надо? Войд 0. Лок, у тебя сколько кусков? 1. Версик, я помню, 2. У Войда 0. Этот. Ну давай локу отдадим, пускай тоже пацан одягается. Только... В рейды приходите, ребята, не забивайте хуй на это дело. И воин-охотник-шаман. Валера, у тебя сколько кусков? 0. Блядь, и у меня 0. Но мне нужны 2, блядь, голова и грудь. Ну, можешь себе взять, мне по идее... Рудак нужен нонсет. Ну просто нету просто Т8. Да у меня нету, блядь. Ну сейчас десятки там мы выбьем, это не проблема. Ладно, давай сейчас, если, блядь, я заберу пока себе. Если не упадет голова над сторима, чтобы голова-грудь собрать, я тогда тебе токен отдам. Так, у нас 3 сферы упало. Мишаня, как раз тебе 3 сферы отдам. У среза рецепт есть, сделаем тебе сапоги, чтобы у тебя был нормальный этот. Слава, пуляй вот этих мобов. Подожди, стоп, стоп. У нас же там портал есть, возвращаемся назад. Мы на Фрей сейчас пойдем. Фрей, ну я у Фрей стою. Там же портал есть, выбираем портал. На Торе можно будем по-любому чистить, нет? Не, ну будем чистить, ну сейчас, пока уже половина улетела туда к Фрей. Или кто там, там только Слава. Ладно, сейчас Фрею, блядь, попробуем в Хейме. Если не пойдет, убиваем Фрею в обычке. Убиваем, блядь, Торима, убиваем Мимирона. И пойдем, я не знаю, по времени успеем, не успеем. Если что, тогда перенос поставлю на какой-нибудь будний день. Оранжерея жизни, залетаем все. Может, сразу лучше Фрею в обычке? Там трэш на Фрея. Там, мне кажется, не потянем еще. Ну, с тем, что порезали, блядь, все, и не потянем? Ну, да-да-да, попробуем, да. Там слишком много прохила надо, у нас хила как бы... Ну да, нет, у нас, да, блядь, этого мейнер-шама нету. Тоха, давай, я спекну с танка тогда. Слава, сейчас я спекну с танка. Тоха все равно дамажит больше меня, блядь. Ну что, может кто-то забанит вот этого петуха большого? Сейчас, подожди, дайте, блядь, шмот одеть, нахуй, у меня. Ебать, это ебанное управление экипировкой. В рот ему пароход, блядь. Так, есть. Я этот, Слава, дергай большого, а я влетаю в толпу, собираю миляк. А его забанили, просто отводи. Отводи, а то там их не убить. На пульте, на квадратик все.
где этот Сирос, это полный бред. Чё? У меня месяц не было ауры Вульпера, чтоб ты понимал. Я этого не заметил, я думал, она типа по дефолту врублена. Не, её надо включить, либо физру, либо, блядь, магию, блядь. Не, я давно её включил, и как бы она не должна выключаться, но я только сейчас заметил, что её не было. Она выключается, когда какие-то там обновления вроде бы. Охуеть. По большому вот этому оленю, блядь, косты по возможности сбивайте все. Слава, заведи его сюда, нахуй я там отдельно, блядь. Ему стан дала. А, да? Дима, мы попробуем один раз хэм. Если сейчас вообще видим, что нихуя не везем, тогда ебашим обычку и все. Ну, я не знаю, посмотреть надо... Как говорится, надо посмотреть, блядь. Оценить ситуацию. Да, надо посмотреть. Так, оп. 47,5 кхп. О, сука, машина, блядь. Слава, здорово, бери, ксене отводи. Да он в бане, наоборот, мелких отводите, потому что возле большого они с ауры, их не убить. Блять, вот это вы занимаетесь хуйной, но никто ж не просил его банить, блять. Мы, блять, в десятке, в 500 раз уже сюда ходили, блять. Отвел его танк, блять, второй нахуй собрал и все, изи нахуй, блять, катка. Ну, была бы притяжка. Ну вот сейчас вот он бежит обратно сюда, блять, ну нахуя мне нужен? Не, не, я-то его забрал. Просто когда он в толпе с ними стоит, с притяжкой, вот, блять, корни защищают. Притяжка, если выдергивает, то тогда заебись, блядь. Я, к сожалению, не ДКшник. Заливайте этого пидораста, блядь, и вот следующий пак бью. РДД туча. С грозы выйдите оттуда. Это не друидовская туча, если шо. Так, этого обходим. Садитесь на коней. Босса там только не спульте, близко не бегите. Это вообще ничего не падает. Ни рецептов, ни жмут. Забери, забери, Слава. На пульте на квадратик. Заливайте большого того. Я вот это ходил в 25 у льду варом в среду вечером уже, блядь. С Калагарда падает меч. Его рулит какой-то вар, блядь. Я говорю, вар, а нахуя ты его рулишь? Он мне говорит, для набора агро. Я говорю, ну, мне почему-то кажется, что 80% здесь сервера, которые ходят в пугарыды люди, могут дать себе и отъебать, блядь, за какую-то пуху, которая ему даст, блядь, или шмотку, и апнет итем левел, блядь. Типа, ладно, мне не надо, блядь. Обиделся, блядь. Ну, чистый, блядь, дебил, нахуй. Для набора агро. Идемте вот сюда слева вот этих убьем, опять оленей, потом цветов. Вару, блядь, пуха 2.5 для набора агро, блядь. Я не помню, что... Ролит зов, блядь, нахуй, с лича. Ну да, сейчас бы 2.5 и ролит, чтобы агро набирать. Чистые гуси, ебать. Продиспельтесь меня эту залупу, пожалуйста. Это знаешь, как коты порой ролят кольца, блин, с этой силой.
Ну, Катрину потом, когда... Коту шея с РСКи, это типа нормальная тема, силовая. У него сила но больше дает... На дальнейшем контенте, но не на этом уж. Не, тут вообще ты шо, блядь. Это бесполезная хуйня. Отдерните мораль туда здорового этого. Зачем а шея с РСКи, если все равно с острова лучше? Не скажу. Не на всех. Я тестил на X2. Просто бил палку, стоял с шею с острова и шею 277, которая с этого, с ока, с арпой агильной 277. С агильной шеей 277 на палке была разница там на миллионе, я раз, наверное, 15 заезжал. 100 дпс разница. На 277 может, на 264 точно нет. Не, не 264, мы говорим за 284, которая с РСК. Ну, я насколько помню, вообще можно этих нягрить. Ну ладно, блядь, уже запиздим их. Для репутации. Да. Так, Слава, ты поплотней, ты тогда будешь трэш хуярить, а я босса потанчу. Угу. Так, идемте сюда. Может, его не бьем пока. Слава, поставь эти метки 3D, пожалуйста, потому что на меня, блядь, экспирал пиздит постоянно, блядь, пидораст. РДД стоит вот тут, милики в кресте. Да нет, задалеко поставил, вот тут, где квадратик. А хотя похуй, достанут. Я босса буду танчить вот тут. По мобам выходят, если маленькие, Мишаня, поставьте шкафко там суммоном. Мишаня, даешь ты сакру, сразу за ним дает Егор сакру. И Версик, когда слышишь слово сакра, блять, готовишься сжать сразу гимн. Троих мы должны заклевать как вообще изи, здорового должны заклевать тоже изи. Вот это единственная проблема в этих мелких, блядь, чтобы никто не сдох. Да, ты дашь гимн, потом кто-нибудь второй из престов даст гимн. У нас эти мобы выйдут всего лишь два раза. И, милики, когда у мобов будет лоу хп, совсем уже лоу хп, блядь, выбегайте оттуда, чтобы РДДшники их доклацали, потому что, блядь, много будет урона залетать. Или точечно будем играть. Так. Смекалку присумонили? Угу. Рыбу кушайте все. Проверяйте бафы. Если кому-то что-то не хватает, говорите. Нет настоев. Пейте. Аркадич, ты что там балуешься? Не понял, блядь. Аркадич. Алло, блядь. Я не знаю, блядь, сапрот, не сапрот, я не думаю, что он тут спасет. Листик обязательно, Джек, стоит, все стоит, да? Смотрю, стоит, все, даю чек на пул. Босса никто не бейте, я сейчас, блядь, агру буду набирать. Так, становимся под гриб, Слава, заводи. Делай там ветер, блядь. На войде эта хуйня, отошли от Славы. Дерево возле босса выросло. Ебать, а что меня по 20к хуярит? Ебать, охуеть. Дерево уебищно встало, нет. По 20 тонн, блядь. Ну, рано нам, походу, хрен делать. 20к нахуй, блядь, по танку. Алё, блядь, это не крит, нахуй. Чё, блядь? Я причём блок нахуй прожал, блядь. Сильно жёстко, что-то я хуй знает.
Рейд сдох мгновенно вообще, блядь. Ну все, а делаем мы занимаем. Я думал, я тебя не переиграю. Это сильно нахуй, блядь. Ну там как раз грибок вылез, и все под грибок это стали, а там как раз луч света бьет. Да, и луч света, блядь, и ауе от меня, блядь. И дерево выросло далеко от грибов, там типа не достать, да. Ну дерево под боссом прям было. Но грибы далеко. Залетаем в серию Анжири от жизни, блядь. Ставь сразу Аркадич рыбу. Да нету смысла. Нету смысла в чем? Да там Владимир пишет. Не, да это чистая реальная залупа, блядь. Да убитое время, Мишаня. Среза нет, у нас мейн-танков нет, блядь, нахуй. Столовка там, кстати, тоже уже зарядился, блядь. Он что-то сказал, что он уже или 217, или что-то такое. Куски пораспаковывал. Дайте каску, пожалуйста, по вару и стаминку. Верси, Клондай, Венесса, кто-нибудь стамину может крутнуть? Подходите все сюда, Слава, давай, ты пуляй босса, я блядь, стою. Я вот тут стою, я буду таунтить, блядь, когда эта хуйня по таунте вот туда-сюда. Да там его не надо таунтить. Там кулак сбивается и все. Чем? Сбивка стан, зуботычина, вся хуйня. Пробуй. Я на всякий случай стою на РНЖ, буду снимать. Чек даю на пул. Еду. Пуляй. Все, поехали за, на повозку. Следите там за стаками. Будут стаки, блядь. Не въезжайте сильно. Просто автоатака их снимите и все. Стоп-каст я по анонсу. Стоп-каст. Стоп-каст. Там синий кулак такой будет каст быстро. Полторы секунды. Его сбить можно. Вот, вот, вот эти. Все. Мы в десятке его таунтили, когда на нем стаки были. Он просто побегал. А, это смысла нет. Вот, они... не заезжайте сильно, смотрите аккуратно, блядь. Там ну, типа рефлекты. Он просто обратно. Стаки закончатся и все. Нормально. Все, доигрываем босса. Что-то не было рефлекта. Не было подножек. Забери. Не было рефлекта, потому что с этого. Кулак. Ты мах. Сбили. Ты мах, потому что. Он это... в ми... по-моему, только в миле работает. Стоп-каст. Да нет, он все отражает, просто там. Физу равно отражает. Там написано просто по-моему... способности. И все. По-моему, физу. Ну ладно, похуй. РДДшники как бы били, вообще не было рефлекта. Ну я тоже не видел, что по РДДшнике садились. Я видел, там у ханта отнималось, у одного, у второго и все. Что-то поменяли. И у арт-стайла тоже было. А так, в принципе. Я ничего не слышу, кто там что говорит? Не, не тебе. Кто-то с активацией голоса сидит просто. Да нормально, это буксило всегда так сижу. Просто у меня дети в интернет полезли и пинг 400 стал. Закрой их на балконе. Они идут за тобой.
кого, детей? Ну, конечно, а кого, меня? Нет. У меня уже жарко, и у меня сегодня 26 на улице, блин. Ну вот позагораешь. Да. А, нормально, бля. У меня сегодня плюс 26, завтра плюс 25. Все, у меня уже лето, нахуй. А я с понедельника на работу выхожу. Класс, выходим в случае, не спим. Видите белые, блядь, лучи? В них стоять нельзя, она наносит урон. Потом умираете, блядь. Повел. Выходим с лучей, выходим. Выходим с лучей, милики, внимательно. Сова там в мелизоне стоит, да, или кто там? И настакивает ее. Пук дракона, залутал перча, расслабился, да, пацан? Алло, блядь. Выводим. Срывайтесь на лучах, а. Много урона. Там может хп просто закончится в луче, понимаешь, она дома хапает, блядь. Выводим. Выходим. Какой молодец, волшебник, нечаянно. Что там, блядь, у вас? Не заходит нихуя. Что? Мне интернет отвалился, базе, но появился и не пускает на следующую. Релогайся. Перезаходи, что-то делаю. Тебя выкинуло, вот только выкинуло. Ну ты, кстати, не первый, кто говорит, что пингует, блядь, у людей. Но у меня не пингует. У меня 18 пинг как был, блядь. Да, пижу. Утром был 17, сейчас 18. Блядь, что ты открыл, блядь, лаунчер и... Очень из списка файлов, и пиздец, даже полоска не идет. Ничего не. Так, пока смекалка перезаходит, сейчас ты одну секунду. Ничего не. Боит, кушай. Так, вроде что-то пошло. Лоука. Щувер. Сейчас ебашим Фрею, забираем Торим, а и хоть этого, блядь, и Мимирона, и я поставлю, посмотрю сейчас у меня какие дни. Понедельник, вторник на работе. В среду поставлю допронос, пойдем Везакса, блядь, и будем мучать в Хейме. Везакса надо в Хейме бивать, потому что там слишком, блядь, сочный лут, нахуй. И попробуем йога потратить. А десятка у нас будет второго статика в субботу, то есть завтра. Я сейчас создам события. Саня, ты завтра будешь? Угу. На сколько ставить? Ну, да без разницы. Во сколько вам удобно, столько ставить. Давай на 12, пораньше придем, чтобы фул закрыть. У нас же сейчас две десятки всего, да, в гильдии? Или одна? В среду на сутках, да. Я этот, написал два статика, которые, ну, этот, типа полноценные. Третий, там Валера будет собирать третий статик. Там, в принципе, ну, людей, желающих у нас много ходить. Плюс я вот могу сказать тех, кто сейчас в рейде есть, которых нету в статике. Лои нету, Лок первая пати нету в статике. Я сегодня пойду десятку закрыть. Женек без статика. Пука этого нету, дракона. Клондайка нету. Лока с четвертой пати нету. Народу до хуя нормально, я тогда с пугами пойду. Слышишь, Кирилл, я в среду на сутках. Может, там какой-то другой вариант есть?
Я понедельник, вторник на работе. А в воскресенье что? В воскресенье я, блядь, уезжаю с женой к бабушке. Короче, проебываю, да? Ну, наверное, блядь, я не знаю. Ну, если тебе что надо, я могу сходить за твоего прися. Столовки нет. Смотри, подожди, сейчас столовки нету сегодня пятница, столовка будет в субботу. Столовки нету в воскресенье, и он будет в понедельник, во вторник. Столовка будет в среду, если что. Так, Лоя, Женек, что у вас там? Подтверждайте быстрее. Время теряем, люди спать. Да все, я тут. Так а нахуй ты спишь? Я в два окна играю. Ты бы хоть бы в одно нахуй научился играть, в два окна он играет. А да, я там гладиатора беру. Да я вижу, что ты гладиатор, блядь. Какой комнатный нахуй, блядь. Я уже центурион, ебать. Нужно защитить оранжерею. Эонар, твоей прислужнице нужна помощь. Так, под гриб его ставь. Мишаня, выноси дерево возле босса. Дерево залейте быстро. РДДшники, свич по дереву. Быстрее, 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 быстрее. Оно же растет. Все, убили. По дереву дальше. Все, дерево разбили. Дрочим писюн. Вынесли метку. Какой молодец. Хилимся. Регеним ману там, блядь. Босса можете не бить. Слышишь? Не палите ману. ЕПшный Инакс 25 в воскресенье, да? Да. Блять, Кирюх меня лагает, ебанешься просто. Я хз. Ничего с интернетом. Так, собирай, мелочь. Напулили, все дерево выросло. Все, мобов играем. Следите за хп мобов. Мало хп, сдается массакра, гимна хп. Давай, массакру, гимн на хп. Точечно их разбиваете, блядь, не задыхайте. О, вообще отлично. Залили вообще спокойно. Красиво. Ну, с массакра, с гимном. Блядь, она пиздит по 14 тысяч. Она шо, блядь, полоумная нахуй или шо? Я нихуя не пойму, блядь. Алло, блядь. Я понимаю, что у меня брони мало, блядь, нахуй на танке. А дефа сколько? 549. Ну как, короче? Дерево выросло на воде. Вы залили дерево. Она травки полезные кушает. Да походу, блядь, у нас, сука, какой-то этот, нахуй, Менделеев, ебать. Я понимаю, если бы я там спиной поворачивался, она мне въебала или еще что. Собирай троих, напулили все на Вайда. Контролируйте косты, грозовому, водяному сбивайте. Играйте равномерно, по грозовому больше. По грозовому больше. Теперь по хвостоплету больше. Дерево выросло, хуй знает где. РДД, быстро в дерево. Все хорошо. Ждем, сейчас может быть любой выйти, блядь. Либо трое, либо банда, либо один. Так, на пулы дали в Вайда. Слава, собирай. На, мастан. Дерево выросло далеко. В дерево РДД. Так, сакру дайте. Им на ХП заливайте их всех. Хорошо. У меня почему-то таймер не пишет, когда это дерево ебаное кидается. Вот дерево кинулось, в дерево играйте.
Трое вышло. На пулы дали Вайда. Собирай их, Слава, я сейчас им мастан въебу. Играйте больше по воде. Ага. Их надо в ОЕ заливать и все. Так а ОЕ и заливается. Не у всех же есть АУЕ нормальное. Здесь по трем целям ШП, например, его иссушение, ну до пизды, блять. Дерево выросло в РДД прям, залили его. Сейчас выходит здоровый этот уебок. Его просто так заливаем, потом я ее ставлю в крест, даем геру, блять, и на все бабки. Что тебе там, попустила смекалка? Ну я что-то нажимаю кнопки какие-то, на пинг ебанешься. Так, забирай дерево, под грибок его веди, я эту идиотку тоже под гриб веду. Джек вышел с рейда. У меня, короче, как, ну, типа, я вис на секунд на 5, потом, ну, типа, жмусь кнопки, ебать, а меня отлагивает, я просто выпускаю такой, знаешь, залп, ебать, чисто стрел за секунду. Да нормально, 5-й, потому что дерево возле босса. Хорошо. Так. Пизда, умер, нахуй. Под гриб ее веду. Так, заливайте дерево, я ставлю босса. Меня слышно? Да. Я вылетел. Геру дали. И на все бабки ебашим нахуй. Урез хила хан держи обязательно на ней. Там два ханта справится. Дерево далеко, быстро РДД залили дерево. Где, блядь, эти хуйни, блядь, не кидать их будет, нет? Сейчас будет. О, пошло. Переходим. РДД на другой берег перебежали. Бьем также босса. Буксол, шо там? Серега. Смекалка вылетел. Да-да, ты все. С берега на берег бегать надо, ребят. Ух, блядь, сучка. Перебегаем. Блин, мне реванш по десятке пиздит, ебать. Дерево за боссом, РДД в босса, быстро этот... А, все, убили. Все, поздно, блядь. Посох, у, сука. Лё, нет, мы подождать, чтобы я зашёл до пучи. Хорош. Лёва Криса, блядь. Я говорю, нет, мы, блядь, подождать, чтобы я залетел и получил. Сразу залутали, блядь. Посох секс. Так, посох, давайте на мейнспек. Эрдруха, Крис. Там еще дар валяется. Алхимика. Да, да, сейчас заберут. У кого есть алхимия, подойдите сюда, я на вас лутера скину, заберете потом. Так. Что я вижу? Мимирон? Да. А че у меня, блядь, приоритет так как-то пишет по кривому, блядь? Ну, версик по приору, по идее, первый, да? Или нет? А ну, блядь. Нечаянно первый по приоритету, да? Ну тогда нечаянно ГЦ. Куда мы, Мимирона или Хазира? Ой, Торима. На Мимирон проще. На Мимирона сразу залетай, там портал есть. Так. Рыцарь смерти, маг, друид. Суф, у тебя четвертый кусок, правильно? У меня мои, вот эти 219 поменять. Подожди. Волшебник, у тебя один кусок, правильно? Нечаянно, у тебя сколько кусков? Ноль. Пуг дракона, покарана. А у тебя, Вася, просто ты хочешь 19 на 26 поменять, правильно? Да, да, да. Да, тогда я волшебнику даю, пускай у меня два куска будет, он уже будет дамажить. И второй кусок тоже, так.
Блять. Еще раз, нажмите на MainSpe, кому надо. О, кстати, я походу интернет так. Блять, нахуя вы там что-то спулили? У меня я теперь лут не могу раздать, блять. А что вы спулили? Да я пошел на тварь. Ну на мне комбат, блядь, висит. Что теперь делать, нахуй? Альт F4. Так я же все притворился. Ну, у меня мне комбат висит. На локе то же самое, висит до сих пор комбат, блядь. Всех. Сдохните на мобах. Два там больших. Сейчас альт F4. А, подожди, давай я сейчас залезу. А, он стоит в ВВЕ, короче, смотрит на дога. Да, на дога? Я ж сказал, идем на Мимирона, блядь. Нахуя вы пошли туда к Ториму, к Хуёриму, блядь, встал, время нахуй тянем. Нет, я Alt F4 нажал. Встал. Время нахуй только теряем. Которого и так нихуя нет. Давайте еще раз жмите MainSpec быстрее, кому надо. Так, нечаянная 0 кусков, да? Пук дракона, у тебя тоже 0 кусков? Или сколько? 4 тебе просто поменять, 19, да? Ну вот, давай, так, тогда пока нет. Тогда нечаянно у тебя 0, да? Ну, у тех по 4, Моси приоритет низкий, я нечаянно тогда отдам. Так, лутера на лока, да? Не разралить? Кого? Тест себе забери, распакуешь. И этот, назначить ответственным за добычу. В ГБ закинешь потом, или хочешь разроль. У нас Моксол улетел. Забрать. Давайте залетаем на Мимирона. Слава также в ДД. Я Фурика сейчас спекаюсь. Что там, мораль потанчит? М? Мораль потанчит? Нет, ой, ты танчи. Я же сказал, ты? Угу. Да, блядь, я в телефон смотрю, блядь. Не понимаю, что, блядь, нахуй говорю. Так, а что, блядь? Опять управление экипировок. Да иди ты нахуй, блядь. Ой, сука. Как меня эта хуйня калит. Триньку бы на хп, сука, вместо зайца. Так, что я еще нахуй не переодел? Что-то, блядь, не то, нахуй. Так, у нас демонов-то нету, да? Ну, есть, но он, типа, блядь, не в онлайне. Сомните еще раз. Пуксал-то офнулся, надо хила тогда. А он вообще-то с собой был, не? Ну да, по-моему, хилил. Открываю рекаунт, полученный урон. Пятый по хилу был. А что Валера там в пати у них делает? А ты Валера перекидывал или что? Нет, что-то ты же меня кинул на тремор ставить на этом. А, так и осталось, да? Понял. Дайте каску. А что ж тогда делать? Локи, у кого-то есть демон спек? Давайте, только не пиздите, что нету, блядь.
Ну, считаешь, и нету. Тогда будете без СПД бить, шо, блядь. Валера, спекайся тогда ты в Аршаму. Чё, боксал всё? Я не знаю. Серёжа, это ты зашёл? Свет вырубил. Да. А, свет вырубил. Ты заходишь уже, не? Захожу. А, давай. А то мы уже думали, ты всё пропал без вести, блядь. Блин, только спекался. Поставьте шкаф, а, стоит Валера, рез... Ой, Валера, Серёжа, резайся, сейчас я суманю. Резанулся. Скажите цифру, сколько СПД даёт демон? В зависимости от ХП? В зависимости от количества СПД у демона, а не ХП. А примерно нет, сколько? Он даёт 10%, он даёт 10% своего, своей СПД. То есть, если у него 2800 плюс, он перебивает уже тотем этого элема. Соответственно, в принципе, у нормально одетого демона сейчас должно быть где-то 3300. То есть, он должен давать где-то 330 СПД. Вот, соответственно, если у него прокает шея, спина, трини, вся остальная хуйня, оно даст 10% от того значения, сколько у него было тогда. То есть, он может там и 400, и 500 дать. В контенте ЦЛК бисовый лок, одетый нормально, дают около, блядь, 800 СПД, это в классическом личе, это не тут. Здесь имеет 4 профы, камни, блядь, СРЛК и вся остальная хуйня, это будет намного больше. Здесь 1100 и 1200 может давать. Серёж, ты заходишь? Я зашёл, что-то слушаю тебя, меня раз выкинуло, захожу заново. Егор, ты видишь, что нету буксула? Куда гоу? Без хила? Все тактику знают? Или кому-то надо рассказывать? Времени нет. Куда пить? В стенку? Какая стенка? Буксул тут что-то не вылетает? Я не знаю, даю чек. Дайте. Проверяйте бафы. Дайте приста баф. Дайте стамину присты. По минам не топчемся, когда шоковый удар милики выбегаем, когда будет вторая фаза, красная войд-зона под вами появляется, выбегаем из нее, потому что там ваншот, вас нихуя не спасет, ни бабл, ничего. Версик, да, я в бин эти, а, у меня нету, я могу только саппорт дать. Давайте чек на пол, даю время, теряем. Тут, блядь, бить нахуй 5 минут, ну, блядь, катаем вату нахуй. Давай, пук дракона тут, лоя тут. Все были готовы, пуляй, Слава. Поехали по боссу. Мины раскинул, сразу посмотрели, в какую сторону будете выбегать, убегать, чтобы не по ним. Скоро будет шоковый. Готовимся убегать. Вышли все милики. По минам не топчемся. Слава, прожимайся обязательно под эту хуйню красную. Дальше бьем. Смотрите, сейчас раскинет новые мины. В мелизону РДД сильно не заходите. Кто у нас был тут любитель один по имени Алёшка, блядь. Доставать щитом по людям, чтобы сдыхать на минах, блядь. Новые мины. Посмотрели сразу, куда будете выбегать, где нету мины. Сейчас будет шоковый удар, через 5 секунд. Вышли все. Так, в босса добиваем. Слава, прожмись. Угу. Доигрываем. Вышли все с середины. По минам не топчемся. Смотрите внимательно.
Когда скажу за спину, ориентируйтесь по ракетам на спине у босса. Если вы видите ракеты, соответственно, это значит, что это спина. Не видите ракеты, значит, это ебало. Когда будет четвертая фаза, все РДД бьют голову, кроме всех хантов и версикалора. Версикалор и все ханты бьют грудак, все милики бьют низ. Там потом будем регулировать уже по урону. Близко не подходите, чтобы ракета вас не сложила. Рейндж между собой держите. Наберите там рейндж хотя бы 8. Лучше 10. Я сокру свою сливу. Поехали. Тут она понадобится на обстреле, потому что хилы бегут. Кто-кто? Я сокру свою слил, тут сокра на обстреле понадобится, потому что... Егор, да, бегут... сокру. Вышли, там ракета летит. Хорошо. Готовимся, сейчас будет скоро обстрел. Еще где-то процентов 10, наверное, ему выбьем. За спину, за спину, за спину. Быстрее, 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 быстрее. Лоя, блинкнись. Не спи. А ты че? Я все контролирую. А я знаю, как ты контролируешь. Потом, блядь, хуяк чирик нашел, блядь. Все, дальше бьем. Второго обстрела быть не должно. Должны успеть убить. Прохиливаемся, прохиливаемся. Вышли там с ракеты, Миша. Смотрите внимательно за ракетами. Ебать, что тут ебашит, ну? Я не слышу ничего. Кто-то печатает, ну. Ну, кто-то печатает, блядь. Вышли все с центра, ждем голову. Мораль, ты как обычно кидаешь, блядь, в них оковы. Никакие милики, никакие хилы, блядь. Никто там под головой не стоит, блядь. СС, он пишет раздатель. Дайте СС по Ладомиру, по Суфу, по Буксолу. Не, по Ладомиру и по Суфу, значит. У нас два лука, правильно? Все, РДД, бьем голову, хилимся. Бомба упала. Мораль, хорошо, РДД залили бомбу. Большого бери, Слава. Только не там, под голову, не танчь его. Заливаем все большого, милики. РДД бейте голову. Все РДД бьют голову. Мобов играют только милизона. Сейчас магнит беру, подкину. Бомба упала. Разбивайте бомбу, я его сажу. Кто магнит? А, у меня магнит. Сажу. Милики, поехали по башке. Подводи сюда трэш, Слава, кливаем его тут. Играем все по голове. Мы сейчас должны оставить процентов 30, может даже меньше, блядь. Че, сейчас один магнит дольше действует, да? Смотрю, не знаю, у него хп просто меньше. А. Что-то показалось дольше 10 секунд. Да хер его знает, я не считал. Убивайте мобов. Сейчас уже, блядь, сдохнет голова, там хуйня процентов осталось. Давайте, РДД, активнее, активнее. Бомба, 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 мораль. РДД, залили бомбу. Милики, играйте большого. РДД, доигрывайте по башке и сразу свич по трэшу. Весь трэш заливаем. Все. Моба вот этого одного закливайте быстро, у него 300к. Скиньте в него по нюку. Подходим в милизону. Все милики играют низ. Все РДД играют голову. Три ханта ШП бьют грудь, середину. Все услышали? Валера, сразу как он активный становится, Гера пошла. Ебашим низ. Милики, РДД голову, три ханта ШП грудь. Мины раскинул, смотрим внимательно на мины. Вышли с ракет, быстро. Два человека. Так, РДДшники. Пока рано еще. Свичьте по груди. Все РДД бейте грудь. Все РДД бейте грудь. За спину, за спину, за спину. Быстрее за спину. Быстрее, все за спину.
По минам говорю, не топчитесь, ёбаный рот, блядь. Валера, шо там такое, блядь? Кто-то по минам рядом прошелся. О, РДД, играйте в грудь. Все РДД, играйте в грудь. Готовьте, скоро будет шоковый. Надо будет выбежать. Шоковый, вышли. Вася, подними буксола. Буксол, а, Фарина сам встал. По минам не топчитесь. Играйте вниз, помогите по низу. 1,5 миллиона на низу. Держи вот так, все нормально. Все вниз, все вниз, все вниз. Слышно, нет? РДД, бейте голову. РДД голову, РДД голову. Низ, низ, милики, бьем низ. Все, разбиваем, все, все говно. Грудак, грудак, грудак. И низ, быстро, грудак, низ, грудак, низ, 200к, быстро, 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 быстро. Добивайте это дерьмо. Все. Ничего сложного тут нету. Ну, Валера, ГЦ. Ладно. Резайте людей. И идите к Торему, чистите трэш. Сейчас я раздам лут. Кистевое. Раешь не на роге. Хорош. Хорош. Так, ну и рога. Как раз у роги нету кастета. Вот тебе кастет. Перчатки. Так, это пас. Вот тебе рога тога и кастет, блядь, нахуй. Вот тебе и комбо трога. Собирай, блядь. Кастеты, даггеры у тебя есть? Берешь кастеты, даггеры, башни. Три перчи, 4 куска будет у меня. Так, есть, окей. Что ты говоришь? Я говорю, пускай Моралес еще уступит, 4 куска у меня будет. Нет. А у Морали, у тебя сколько кусков, Андрюх? Два. Ебать, 350 голды за кастет, серьезно? Ну да, это мейн пуха, если бы это была оф пуха, я ему половинку бы дал. Пипец, я с 4 соберу и все. Так, ладно, все, Вася, я тогда Вася отдаю. Не против, Жень? Чей Андрюха? Женьку лучше, да, 4 куска будут. Да, Женек там у него приор там. У Женька приор ниже, чем у Васька, поэтому я Ваську отдам. У нас это сильно зарядит эрдру, поэтому пускай будет эрдру. Ну, если так, то, бля. Так, воин, охотник, шаман. Получается, я и Валера, да? Давай, Валера, я не знаю, что делать, блядь. Давай тебе тогда отдам, блядь. Держи. Мне перчатка, типа, блядь. Тебе отдалась перчатка? Да. А ГП не далось, да? Видимо, да. Мне нужна голова, блядь. Будет башка, будет заебись. У меня, видишь, просто грудак тоже нонсетом как бы идет, мне он не нужен, по идее. Так у тебя же есть голова, Антон? Не. Я как бы с головой вообще 200-й хожу до сих пор. А не ты, ты ж не Антон. Да. Залетайте все в... А, бой идет, я понял, блядь. Можно, можно залетать. На мне комбо висит, куда залетать, блядь? Убьете мобов. Переключите на другого моба. Ты мою видел, Валера, голову, блядь, на варе? Сильно нахуй? Это же хорошенько. И мне нравится, блядь. Ну, самое любимое то, что токенов именно нету, блин. Так бы. А ты с нами, если бы ходил бы поначалу, блядь, у тебя бы 4 токена было бы нахуй на 2 спека, блядь. У нас, видишь, первый раз, когда мы убили всех хранителей, сюда пришли, у нас там упало сколько там, грубо говоря, 10 токенов, из них 9 были воин-охотник-шаман. Ты видишь, у меня как бы по времени не удавалось. Ну, получается, да. Так. А что, я не туда залетел, нахуй, блядь. Надо же выражать. Ну, я решил всех 4 заварить. Ну... Плиз, возьми кого-то в контроль. Там на них этот контроль над разумом работает, если что. А
Рокотанов по одному свечите. Они стакают молнию в лесу. Давай, все только быстро. Сейчас убиваем Торима и все, и разбежались нахуй. Смекалка, ну что, пояс будет твой, че не, блядь? Лоу хпшного, играйте звездочку на него поставил, блядь, наши с макрос переписали. Пусть, если что, суф не открывает печеньку. Если сейчас упадет тоже на друида, то, в принципе, пусть берет. Я думаю, он этот на ходу не откроет никак. Ну, я вообще говорю. Так у него башка 26-я, что ты хочешь, чтобы он еще одна? Башка мне не нужна. Ему плечи нужны, либо перчатки. А плечи у меня нунцет с ПД есть уже. Правда, 219-я, но... Это тебе уже 4 куска? Ну, теперь да. Я больше куски не беру, все. Снимаем, как? Куда вы побежали? Бей моба. Блять, не вижу рейд, нахуй. Сейчас поделю, кто в комнату идет, кто тут. Забафанный моб. Лапа, горка, может продиспелить с него? Кто забафал, гений просто. Что там? Лапку как дали, странно. Ой. Ну это 33, это типа у него в ХМе. На тебе стак. Раздай всем. Кому нужны сапроты? Обмен от Элдрина. Я пока релог сделаю, я не вижу рейда. Сейчас, блядь, рейд раскидаю. Кто в комнату, кто тут остается. Раздай всем миликам сапроты. У нас, в принципе, миликов не так дохуя. Так, а кто в комнату танчить пойдет, а? Вообще плохо. Андрюлик, спекайся тогда ты, блядь. Или я. Дайте каски полок. Я? Давай я попробую, мне похуй. Лучше ты, во-первых, ты там будешь и будешь командовать. Я сейчас этот компьютер с ебаной управлением экипировки разобью нахуй. Это РДДшники, вам, я думаю, метки не надо, вы же не тупые.
Ренджу набираете, значит, здесь все. Становитесь по два человека в метку. И все, тут ничего сложного нет. Так, вроде все, отделось, так. Рота, пробухай. Все, распределяю по патям, кто куда идет. Так, сюда. Пока сюда. Этот со мной. Лоя тоже идет с нами. Так, этот Рога тут. Пук дракона идет. А верно идет. Артстайл нет. Мося нет. Лоя. Мишаню надо забрать. Сюда. И нечаянно заберем. Вот так. Первая, вторая. Мы идем в комнату. Третья, четвертая, пятая остаются тут. В МК берут одного моба. Рома, это задача на тебе. И держишь его до конца, пока мы не запиздим нахуй босса. Понял? Как вы заебали со своим названием моба, блядь? Пиздец, сколько раз сюда ходили, нахуй? На кого бог пошлет название моба, блядь? Завоеватель, да. Хули там запоминать, блядь? Сложно, что ли? То. Арена. Пробудитель, да, это которого надо пиздить. Завоевателя надо брать в мейн контроль, да? Uh-huh. Да. Завоеватель. Ром, завоеватель. Чек даю. Ты в комнату идешь, да? Да, я в комнату пойду. Лок, ты тут? Нет? А где смотреть, куда идти? Первая, вторая пати идут в комнату. Два ханта, два лока, вар, два мага, две совы и Ладомир. Понятно всем? Нет? Надеюсь, да. Воид, пуляй. Листик хант не выключаешь, стоишь тут с ним до конца, до талого, блядь, все как обычно. Мобов с меня сними, Слава. Подходим в комнате, кто туда идет. Волшебник, нажмешь на рычаг. Сейчас заходим в комнату, я пуляю первых трех мобов, мы стоим тут за углом. Когда мы их убьем, я посмотрю, блядь, за угол, соответственно, скомандую, блядь. Заходим, и мы заходим. Только не втыкаем, не спим. В центр круга. Слева. Встали все в центр круга. Андрюша, рули там людьми. Стоим здесь. Вот здесь встали все. Вот где я стою, квадратик. Вот тут. Мой повелитель. Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Вот этого пидораста, который кастует, первым убиваем, блядь. МК, берем контроль. Контроль бери. Крист, контроль бери. Крист, где алло. Он? Стоим. Куда вы пошли? Я что говорил идти? Алло, блядь. Чё ты так орёшь, а? Пошли. Водители. Перешли налево сейчас. Налево. Хорошо. От молнии, отойдите. Отойдите, а круг встаньте. На пульте на меня мобов, подходите сюда. Там два моба на арену пошел. Завивателя убили. Вот они бегут обратно, эти мобы. На пульте на меня этих мобов. Одного снял.
На пульте, говорю, мобов на меня, смекалка, алё, блядь. Какого, блядь? Пол, да. Большого бейте, этих кливайте просто. Под лицо к ним никто не лезьте. Центр поставь, хант. Этого убивайте. За спиной стоял. Лоя, БР Лою. Нечаянно подними Лою. На пул. Да, блядь, ты можешь, сука, на мне висеть, пидораст, блядь. В центре не бейте завоевателя, одного убейте. Заливаем, заливаем, это... заливаем ему. Завоевателя не бейте, завоевателя не бейте. Бери быстрый контроль. Пэта убери, блин, в круг поставь хант. Это завоевателя убейте. Где его завоеватель? Дай я метку поставлю. Она снимается. По-большому играем, это сейчас умрет уже. Пробудители влились, быстрее. Все, кто сейчас здесь в комнате, идем под стенкой. Справа, с правой стороны. В центр круга никто не заходит. Вы замерзнете, если туда зайдете. Быстрее, быстрее, быстрее. Не быстрее. Подходите, утадите, в центр станьте. То подать. Мобов, мобов быстро заливаем, кливайте их, жестко, блядь. Так, мы в звездочке стоим, Слава, правильно? Да. Милики, поделитесь пополам, лево-право стали. Геру дали, работаем по боссу. Ренджу набрали все между собой. В мелизоне кучно, там не стойте. Сейчас молния ебанет, сваншотит нахуй. На пул на меня дайте. Слава, забери босса. Вася, стой рядом со мной. Можно по два стоять, это ничего страшного. Но не три. Я не вижу, МК моб есть или проебали его? Да? Нет, убили его. Ну все, похуй, бейте так. Долго в контроль брали. Все, похуй. РДД по два станки. Забираю. Миша, что там у тебя по мане? Нормально все? Годится. Слава, забери быстрей. Начинает ебать уже, блядь, на всю длину хуя. Дамажим, дамажим, ребята, при потике там вся хуйня, не спим. У тебя прожимки есть? И расслабляем булки, блядь. Что даришь? У тебя прожимки есть? У меня и все есть. Я сейчас триню отдал, у меня сейчас блок откатится. Я сейчас под воротом и под блоком продержу его. Сейчас, наверное,
секунду через две на хп отдай, нормально будет. Я сейчас прожал блок, у меня еще есть ШВ и ХПХ. Я сейчас жмакну ШВ, блядь, на следующий раз. У меня потом откатится блок, я еще продержу его долго. Дайте СС на всякий случай по вою. Забери, забери, забери. По вою и по Каваю, быстро СС. Они в КД с Мимирона. Не успели еще. Угу. Забирай, я тебе сейчас каплю дам. Так, я ШВ отдал, не надо ничего пока. ШВ вжал. У меня сейчас еще есть ХП, у меня еще через 2 секунды будет блок, и через 10 секунд триня будет на уворот. А там лям уже будет. Так, забирай. Все. Первого трая, все красиво, блядь. Ну, понерфленный, хороший. Да, да. Вызи да. Очень слабый. Фортнайт. Так, молимся за мою голову, блядь, алё, блядь. И за мою тоже молимся, блядь. Значит, молимся за две головы. В Хэме намного сложнее. Да ничего там сложнее нету, нахуй. Ну там уже, наверное, на восьмом, на девятом стаке вот это будет хуйня ваншотить. Не будет нихуя ваншотить. Стойте ренжой, все это прохиливается дерьмо. Откуда у тебя такие нахуй басни, что там на восьмом стаке оно начинает ваншотить? Шо ваншотит тебя? Если ты отбегаешь, и тебя по тебе не проходит. Ну, твоя голова есть. Так, штаны, это БОЕ. В прошлый раз я их продал за 20, нахуй, блядь. Но в этот раз, я думаю, они нахуй никому не нужны, блядь. Ну да, вендор есть. Вендор есть, ну попробуем загнать за что-нибудь, но это не точно, блядь. Если шо, ну, что-то... Здесь, по крайней мере, 200. Да, это не точно. Рыцарь смерти, маг-друид. Женек, у тебя такой есть токен, да? Так, Лоя, у тебя 2 куска, правильно? Андрюлик, у тебя сколько кусков? 2. Волшебник тоже уже 2, да? 2. Нечаянно. 1. Ну давай нечаянно тогда отдам, пускай у него тоже будет 2. А подожди, да. Рога, у тебя сколько кусков? 0. Отдам нечаянно, пускай у пацана тоже будет 2 куска. Так, окей.